В Северном Казахстане завершается ежегодная велогонка. Эти соревнования посвящены памяти Алексея Мартыновича. В этот раз на трассе Северного Казахстана удалось собрать 9 команд. Кто становится лидером многодневных соревнований, узнаете в нашем сюжете. Команды из Нур-Султана, Караганды, Сарани, Восточно-Казахстанской области, Уральской и Северо-Казахстанской области. На старт велогонки вышли порядка 70 участников. В завершающий четвертый день часть спортсменов сошла с дистанции. Сегодня стартует 59 человек. Некоторые гонщики были вынуждены сойти, кто-то там из-за завалов, из-за каких-то проблем технических были вынуждены сойти с дистанции. Вот. Сегодня у нас проводится индивидуальная гонка, 15 километров. Получается 7,5 в одну сторону, 7,5 в другую. В соревнованиях принимают участие девушки и юноши. Продвигать велоспорт среди паралимпийцев планируют и представители клуба УМИД. Паралимпийский чемпион Олег Сысолятин известен своими громкими победами в различных видах спорта. Велогонка не стала исключением. Настрой отличный. Уже участвовал в гонках, но на тот момент был, так сказать, слабее гораздо. Ездил медленнее. Сейчас потренировался, более подготовленный, хочу показать хороший результат. В России это есть, паралимпийцы есть и одна, и с одной ногой, и с одной рукой, короче говоря, ну, тренируются, выступают на паралимпийских играх. А у нас пока это не развито, кроме как Алматы и Астаны. Вот хотел бы, если все будет нормально, здесь организовать по паралимпийцам. Ну и как весело, и как мы же будем здесь стартовать. Я так как не считаю себя как инвалидом, со здоровыми. Вот это как раз стимул, то, что на ихнем уровне держаться. Первые дни велогонки дистанция составила 40 километров. На третий день соревнований спортсмены проехали расстояние в 50 километров. По результатам трех дней лидирует команда из Нур-Султана. Второй в общем зачете идет наш земляк. Я занимаюсь велоспортом уже 5 лет. Я призер этой гонки. И был призером еще в Саране. В Караганде на чемпионате Казахстана мы с командой завоевали серебро. Победители республиканской велогонки получат грамоты, медали и кубки за первые места. Наталья Итова, Рустам Тлеужанов, служба новостей.